fare, no? Tra questo non ti sei. Айселит, которые регулярно участвуют на наших мероприятиях, можете пройти вместе с ними полосу препятствий, ознакомиться с самой организацией, чем они занимаются. Вот. И, наверное, от меня, наверное, все. Передаю за слово Софье Комяковой. Да, спасибо, Анатолий. Женщина, вот уже я вижу, Дмитрий Гусар приехал, настоящий гусар. И можно будет покататься деткам на лошадке настоящей. Надеюсь, погода нам позволит. Ну и главный спонсор сегодняшнего мероприятия катания на реке у нас предоставляет Ингири Майя. Дом Ингири. Я думаю, что Екатерина как раз сама расскажет, что сегодня в замечательной палатке будет происходить, какие мастер-классы и каким образом можно попасть в группу, которая поедет кататься на реке. Екатерина, спасибо за шикарное начало, очень классный инструмент. Я вам передаю слово. Пожалуйста, расскажите, Ингири Майя сегодня у нас на дне реки. Да, здравствуйте, я всех очень рада видеть, несмотря на погоду, столько людей пришло. Вот в нашей желтенькой палатке можно сделать себе украшение методом холодной ковки, как делали в викингские времена, в раннее средневековье. А также, если вы решите головоломку старинную, вы можете бесплатно покататься на катере Кайра. И я очень призываю всех, кто уже записался, решив головоломку, подойдите к нашей палатке. Сейчас идите и готовьте свои документы, потому что обязательно при катании на этом катере нужны документы, это приграничная зона. Так что еще до 3 часов вы успеете подойти и сделать украшение и решить головоломку. И тогда вы сможете украсить себя и кататься как настоящий викинг по нашей замечательной народе. Спасибо большое, Екатерина. Итак, сегодня я напоминаю, праздник у нас 12-4, а в 4 часа мы возвращаемся на Лиховую залку. Завтра мы выступали в Лиховую залку. Первая песня называется Always Be My Baby. Это кавер на джаз кавер на песню Мэрайи Кэри.
Спасибо большое, и Ирина, красивый голос, красивая музыка на ней. И я прошу не менее известно, это и все. Мы очень красиво музыка, и вот эта музыка, посмотрите, мы разгоняем тушечку. Замечательная погода, мы сегодня с 4 часов на дне, и все на комфорте. Thank you.
Наши мечты и